целом по региону все призывные комиссии с поставленными задачами справились. Вместе с тем явная недоработка отмечается в Дядьковском, Клинцовском, Суражском, Комарческом районах. В прошлом году в Брянской области на военную службу призвано 6500 человек. Впервые за всю историю призывников от сборного пункта до места службы сопровождали представители общественной организации Комитета солдатских матерей. Кроме того, в целях повышения открытости призыва на заседаниях призывных комиссий разрешалось присутствие родителей. По словам военного комиссара, эта практика дала хорошие результаты и будет продолжена в 2011 году. Вместе с тем возросло число уклонистов. В прошлом году от службы в армии уклонилось 137 человек. Это на 20 больше, чем в предыдущий призыв. Еще одна больная тема для нашего региона – здоровье призывников. Дала сбой даже многоступенчатая система отбора, в результате чего 8 новобранцев по состоянию здоровья были уволены из частей и отправлены домой. Более серьезные в этом году поставлены задачи подготовки призывников по военно-учетной специальности. В 2010-м Брянская область справилась с ними на 97 с небольшим процентов, обучив свыше 1500 водителей БТР, грузовиков, автомобильных кранов, электромонтеров. В этот раз планка выше. Уже к весеннему призыву, который будет проходить аж 5 месяцев с апреля по август, обучить 1319 человек, а всего около 2000 будущих солдат. Наталья Сигаева, Александр Друсинов. События Брянск.